Голый хуй. Вот запомни, всегда в рейдах прогонят РЛа. Всегда. Вау, серьезно, фиалковый перстень мага? Опять дайте мне шаман. Это у Никиты кольцо. Охренеть. Че ты хорошее кольцо? Охренеть кольцо, злоки-то, блядь. А это тебе за два брыля? А за три брыля? Угу. Мне их три вообще-то. Вот и пошел в жопку. Че, у тебя три брыля? Ты мне охренел? Да. Метки ставь. Брюля. Пуляйте. Метки ставь. Какие метки? Вот вам два тотема, блядь. Четыре. Где вы? Мне-то похуй, я не помру. Три месяца постарались. Остальные сдохнут тоже минус ЛП получат, блядь. Племенники. Мелик, можно по ногам разобраться? То шизику место. Народ, слышишь? Как маленький. Шизику. А я от перемене ушел. Да. Данич, заранее, да? Я так понимаю. Пельмени. Пельмени. Выбирай, блядь! Миша, агро сорвал что-то? Я и спаунтил, чтобы стак спиздить. Я сказал ретаун. А зачем ты? Шизик дебил, конечно. Вообще-то этот стак, один стак дает 10% ДПС. Вообще-то ты дебил. Ты минус 500 получил. Да, вот ты помер, и ты получил прям минус ДПС. 10% это получил. Да похуй на этот минус, блядь. Я попросил стаунти. Я предупредил. Я не услышал даже. Предупредил, тебя поняли, сделали как надо. Сбежались. В следующий раз в два раза больше минус будет. И предупреждение. Ну слушай, это тоже неправильно. Он же не вайп в рейд. Да не пофиг, он херню тратит. Понял. Мертвец. Сука, блюю. Блюю изо всех сил. Танич, живи. Перстей, как бы, блядь. Ладно, можно. Больше не сбегать. Когда нужно это побольше ЕП, да? Больше не сбегайтесь. Да думаю, добьем. Я с этой пятихатки нихуя не потерял. Да молодец. Факт молодец, в том, что, блядь, это. Просели же, блядь. Что за хрень? А что блюдо? Ну куда, куда? Да куда ты дальше-то убегаешь? Все, погнали. Не мы. Понимаете. Что, по шмоту? Посох. Отличился. Охрененная шея. Рольте, если надо, короче. Хотя, по-моему, тут все были, надо было. Осталось 10 осколков. Да. Че? Жопоух? Жопоух. Вот это предъява.
Вообще, блядь. Жопа паук. Жопи ух. Как там? Восьмиухи и восьмихвост. Для этого Эдвард суровый надо поставить. Поняли, теперь, короче, спамеры всякие не включайте. За это будут бан давать на аккаунт. Да, уже корешил Алекс, кстати. Целка 10 все собрал утром, блядь. На день вообще, типа, блядь, отдыхает. Короче, это, спамер включаешь, который даже набор гильдии, ну, ты типа все под боты будет, нахуй, все будет. Сколько, ну, сколько бан? Ну, день. Что? Ну, типа, понятно. Ему дали день. Круто, жду бан. Шкаф поставьте. Никита, ты можешь, пожалуйста, это скипнуть? Что ты? А, в ритм. А что, ты начал с этого? С него, что ли, или что? Типа... Данича суммонит. А, тут фрост есть нормально тогда. Суммоним, Данич и Сатокс. Так, ну что, тогда портал поставьте маги. Сегодня же. И поменяй этого Тунгу с него водителя. В задницу суммонил. Не надо в задницу суммонить никого. Сейчас рак загнется. Лэджек, дай портал. А. Восьми хвост. Зачем надо купить, как обычно? Еще суммоним. Опять неудачно, нельзя применить этот цвет. Сумма не дамажит. Опять там приедет псов, как я не знаю. Ебаный спик. Это че? На пол? Ну, РДД разбегитесь по кругу, как-нибудь более это. А то что, пучит? Что дамажит, ты смотри по количеству, РДД, эти там хилы в миле зоне, не в миле зоне. Я не знаю, как там. Какой здесь капитан? 60 на 40 или как идет? 8 РДД. Угу. Типа можно все хилы забить. Ну он, пусть все хилы стоят под боссом. Я же сказал, и так, все хилы под боссом, пуляйте. Ну я же написал, что ты это. Охрененно ставим. Справа сверху заливаем. Сейчас будет снизу заливать. Справа. О! Ты экстрасенс? Я не знаю, где она заливает. Она по кругу идет обычно. Не всегда, но когда как. Всегда, да, бывает в разнобой. Экстрасенс, блядь. Экстрасенс. О, видел, да. Блюю, блин. А диспелем, да, получается? Нет. Зависит, блин. Вас нахрена все хилов закинули под босса, чтобы диспелить, блин? Да. Чё еще не делать должны? Ну да, вот. Сверху снизу. Вот сейчас будет слева от входа, да? Вот она крестом хреначит, короче. Задницы пошли сразу отсюда. Я ж тебе сказал, иди сразу отсюда. Вон сейчас снизу стоит.
карточек. Далеко убежал. Вообще, он не знает, что сдох, блядь. Может, хилов парочку вытащить в РГД? Mm. У нас минус 3 РГД. Да при чем тут это? Мы потеряли карточку, потому что он далеко отбежал, остальные просто сдохли. Дело не в этом. Сейчас рыганет вся мегазона. Нет. Далеко. Карчик, значит, ты из комнаты выйдешь. Я в шоке. А запы будут? Вот травма. Вагонов поднимайте. Вот сука, тут осколка нету. Отличные новости. Он остался. Охренели. А никто не пробовал травму на ДЦ или на Фапристал? Ну я хочу на РШМу попробовать. Ну тебе нужна травма. А, не-не-не, она слишком это много всего забирает. Я, наверное, травму возьму. А не, пусть зима собирает. 60 крита, 60 хосты, минус 30 выносливости. Минус. Ладно, 20. После профа, короче, разрулю. А не, это пиздец. Слишком много статов, конечно. Такое. Да я знаю просто, блять. Я же думал, что он одетый. Она, по идее, должна работать, но, по-моему, не работает. Короче, пойду себе сокет сделаю и чарку, блядь, сразу. Ты задал. Камень взрыв. Готог. Грот, готог. ГТО. ГТО? Обзывайте, как хотите. Пидор. Да-да-да-да, только хотел сказать. Шаришь? Сейчас хуякс минус кикс гибать. А хуяк, блядь. Да ладно, он же тоже шутки понимает, как, вроде бы. Думаешь? У них такие не всегда. У нас же правила, по-моему, до сих пор действуют. Минус ЕП за ненормативную лексику. Да-да-да. Просто почему-то не дают никому. Да тут уже всем надо там обнулять, короче. Я недавно угорал, короче, чел пришел в какой-то гильдию и говорит, типа, а в гильдии не материт, это материться нельзя? Я такой пишу, да, сука, нахуй, нельзя. Ну да. Давай, тактику. Суманите меня, тактику, блядь, давай. Я же сказал, слетаю, камень себе сделаю. Ну если безумец был адекватным, ему неудобно. Даже в норме. То есть безумие. А ту у нас что в дуарань дает? Камень. Вон, видишь, типа, ознакомьтесь. Темы, посвященные противодействию спаму и бота. Да. Там какие-то ограничения были по этому. Ой. Типа более 3 сообщений там на 30 секунд, что ли. Типа, на минуту. Я правильно их на им написал? Нет. Прости. Так там за спамбота или за 3 в ряд дают?
буквы спамбот. Там поставится вместо H. И будет правильно. Ну интересно, а как они определяют, типа, лол? Любых. Может, аддоны чекают. Ну, а ты ставь несколько интервалов просто. Вот за правду. Ставишь два бота с разными интервалами на одного часа, и все, мне кажется, это так можно сделать. Ну вот и я там же. Бегать за опытом. Тензеру сунуть. Войд в чушке будешь. Арагна просто чушка. Феникс. Черт. Кунка нормальный чел. Кунка пидор. Мы с ним часа три, наверное, в Долоране зависали. Сознался. Три часа лежал? Лежал. Хочешь что, дайте, если есть. Я с ним на Джайне была, и он там лежал. Ну, я садилась. Кто включил это говно? Да, надо... Воет в чушке будет. Сука. Все, РЧ сделали. Вот черт. Иди пей. Вот. Ничего говорить никому объяснять не буду. Может быть, есть те, которые не были не рады. Пул. По одному не стоит. Пиздец, выключили, блядь, нихуя не слышу. И бежали. Это фольк? О, фольк-фолк поставили. Я не помню, что это. Ну я просто смотрю там финские знаки, то, скорее всего, это фолк какой-нибудь. Не видите сейчас, блядь. Зеленый сейчас выйдет. Зеленого бейте, стопните по боссу. Бейте все зеленого. Ебаная лужа. Чё, живой я? Да. Убивайте ты... зеленого, переводите босса. Метки только свои смотрите. На ком зеленый дебаф? Вот кружок. Печеньку. Верони, бегай. Чё за хиловица в перемешку с кишом, блин? Зеленого добивайте. Что-то я ничего не знаю. Разбегайте, пельмени летят. Ух, я чуть прям в нее не прыгнул. Кучу встаньте, бомбос. Квадратик. Лужи. В луну все. За квадратиком, короче, бегайте. Пельмени. ДД. Ясно. Охуенно забить. Рел вагон, чё? Там постоял. Я завис, как бы. Да-да-да. Я всё забыл. Завис. И чему перед... Тайбол бегу. Лужи. Пельмени. Пельмени, блин. Да ладно.
Бедная Веруня. Ой, Веруня, бедный. Извиняюсь. Зеленый вылезает. Пельмень. Проверим. Бля, надо к себе добавить эту хуйню, мне понравилось. Пельмени. Пельмени. Старайтесь, когда куча стоит, получается один пельмень влево летит, другой вправо, и бежать не надо. Лужа. Красный замки я не вижу. На химку не беги. Ого. Пельмени. Переводите. Лучше встаньте. И на рюхе дайте. Все было. По колбам распределиться. Что я Геру, да? Геру. На вкус как вишенка. Ой, извините. Третий красный. Гера, на ранцах. Может, босса нормально подставить? Пельмень. Нет? Все квадрат, все встаньте, меткой квадрат. Да, не дозови. Ромчин, дашь? По войду потом делаем. Да. Можешь успеть. Давай, диван. Данич. Он завис, по-моему. Дошли, лево. Пельмень. Ну, блять! Диван по лайду, быстро. Забирай. Да. Есть возможность забрать? Да, ничего нет. А нет. Диван, Войд, сними. Подними меня, Никит. Да ничего, чума. Маны нету. Хуёво. За югим на маму. Да там гим. Я там поставил тоже. Я вижу, да ничего. Что вы видите? Пельмени отошли. Пельмени. На трех стаках заберешь у него. Назад подбегает. Дима! Что? Вот это что, не упал просто? Я все видел. Да это просто на реакцию, успокойся. Оббегайте. Красавцы. Что там упало? Осколок упал. Не, осколок не надо. Кость глута. Отойди на минутку. Иди. Все было. Блять, да заебали, долбишь. Я будет. Отойду. Да, вот он, иди на замену. Сейчас я тебе перекину. Сайбот 56. А на Т. Нахрена тебе этот пет? Уже бесполезно. 200. Палка и слуг. Сайбу 200. Кем 400. Да, ты подходи. На кем 400. Раз, два, три. Забирай. Так, вот он на замену. Кто в рейд пойдет-то, блядь?
Тунгу зови. Тунгу пизду живет. Саня, пошли. Палатки можно, пожалуйста? Саня, пошли. Саня, пошли. Так, чё ещё не разрулил-то? Травма. Вот эту хейк за 200. Что это такое? Так, пускай мне иди. Шо за трэш? О, ну понятно, кто бы мог понять. Ну, да, забирай Микейна. А кто это тут такой? А шо это тут такое? А шо это тут такое? А шо это тут такое? Ставка 200. Ток 200. Раз, два, три. Не знаю, этот мусор нужен вообще кому-нибудь? Ну так. Дай тунги за 40к. Вот эта хрень тоже нужна кому-нибудь? Далекая хрень. А, у него столько нет. Ну да, нужна как. А, не-не, бру, не-не, это айкил, я дегенерат, я не заметил то, что... Тебе. Статы не те, уди. Минус 200, шмотка не отдаётся. Да слышь это, я же не сказал, что я минус. Угу, хил. Я думал, на этот, нормальный стат. Сука. Для хила самое то. Да, это? Пуха идить буду. Ты не знал, Энски с двуручками ходит. Да. Только не с таким. Топором. А это похоже на топорку? Какая разница? Вот у Скарчика, вот у Скарчика спросить, с какими. Прикинь, Энска с топором с Джайми. А разве шаманы могут этот топоры носить? Да, двуручные. Да. Я думал, одноручки. Ну, дубинки-то понятные. Я не понимаю. Но я не знал, что топоры можно носить. Это кто спулил? Ай. Ты. Лёха опять, я понял. Соберите! Спасибо. Шаманы, ставьте все свои тотемы, потому что тактики на них тоже отпрыгивают. Пока дамич. Может, вы соберете? Не знаю, я постоянно стою. А кто спулил нахуй? Дима, ты соло килишь. Не привыкать. Сука. А чё время так делает? Ну да. Не знаю, мне уже по второму кругу встану кидаюсь. Везунчик. Апачев на плечи. Ну, если псальт.
погнали нам. А чё, ещё трэш? Чё ты рыбу ставишь? Слева трэш ещё. Ману установить. А зачем она тебе? Ну да. Ну, Лё, стаки. Чё, идём, не идём, трэш? Да иди, иди. Идите, трэш, бить. Да, Нич, давай. Нич, да, Ира. Задница, понимаю. Чё съебал он, дорогой? Вот и гонщик тактик. На сверках будешь жадница, сайбот. Скарчик. Пикачу. А на киле? Я справа буду подбивать. Теперь наши силы едины. Келя, кто танчит? Да подождите его своим келем. Войт на двух. Данич келя. А кто хилит? Данич тогда. По-е-хо-ли. Макиями, кто? Полипа. А, ну да. Макиями? Макиями. Макиями, пизды хилит этого. Да ничего. Рейндж наберите хоть немножко. Зачем, бро? Ты что? Их. Вот жадница, вот чё ты подфёрнул? Сука, Рагнадру с этим, с друдромом, нахуй вы ко мне побежали, блядь, гений? Значит, Лава, заведи наверх. Вдвоем стояли, вдвоем ко мне прибежали. Я в шоке. Тебе специально побежали за компанию. Кинетики. Гера. Какая Гера? Гера, ты чё, блядь? Какая Гера, блядь? Лава, год! Не знаю, сидеть. Мне сказали, я сделал, отстаньте. Не уводишь ты там? Испанский стыд просто. Блять, не уводишь ты там. Блять, спасибо. Пройдется хорошо. Куда бить? Тунга, вот вообще красавчик, 160 косарей такой захуярил в этой сфере. Потому что может. Конечно, блин. Мозгов там много. Еп. Это минус ЕП, мне кажется. Ман там этих элементалей. Вы растягиваетесь туда дальше, растяжки. Кем воротам? Че тут все стали в одном месте? Их. Давай, там чуть-чуть осталось, 8 дам. Исправить. Умная сфера. Килисык. Здравствуйте. Бревнышко.
Ой, блядь. А, нормально. Я понял. Ну, прямо. Нет. Не-не-не-не-не, вообще ничего не трогаем. Да переставляй, я не буду жмякать. Я не буду жмякать, переставляй, забирай. Все, все себе забрал. Вот, все понятно, играл, кидал. Здравствуйте, дорогие администраторы. Попробуйте объяснить, почему сегодня зашел в игру, как начал, как всегда, собирать людей в лоб. Здорово. Женя? Ну, я его выкинул. Это как спам-реклама, знаете, на ютубчике? Надо избавляться от спам-рекламы. Вспомните, он бы говорил бы дальше, я хотел бы поговорить насчет поправок. В Конституцию, ну, блядь. Кстати, а кто как голосовал? Что, ебобо? За всех проголосовали, да. Ты видел, сколько там? Там все голосования были 98%. Нет, там 98%. Все за, короче. Конечно. Никто не голосовал, но все за. Я недавно еду с города. Там типа девчонка молодая сидит, звонит, ну, телефон разговаривает. Слушай, я тут, короче, типа не шарю в политической ситуации, чё, как все голосуют? Ей ответили. Все против, ну типа, все против, блядь. И в итоге я такой вчера вижу 76%. Блядь. Понимаю. Что-то я видел, они только в Ненецком округе, где там 54% против. Что, честные выборы были, что? Конечно, блядь. В одном месте. У нас тут приходили голосовать, нахуй, за них уже там расписались, все уже, скинули, нахуй, бумажки. Ну не скинули, а это приготовили, короче. Ну расписались уже, паспортные там данные, мы... все уже. Вы просто скиньте, там уже, да, написано. Да? Да, по деревням бегали тоже с этими, с ящиками, по бабкам, которые, блядь, не бей, не менее кукареку. И вот здесь вот распишитесь, и все, на. Ну все. Мне больше нравится, что у меня этот, сестра работает в органах. Она сказала, что у них уже, блядь, в апреле все приняли, нахуй. Ну, так это сразу было понятно. Ну, как голосование, они так и проходят у нас всегда. И выборы. Это чисто показуха. Знаешь, а не видели, в интернете уже новую конституцию качать можно? Она уже давно на прилавках вообще? Ну, вот именно. Самое смешное было, мне вчера мама сказала, бля, ну лучше Путина никого нету, нормальных кандидатов. Я такой, блядь. И надо что? Ну а кого ты лучше предлагаешь? По-моему, пока никого, по крайней мере, нет. Огромное количество, просто ты о них даже не знаешь, потому что их не пускают. Про Навального я молчу, это понятно, что он, блядь, нахуй. Регистрируй свою партию и все, и выбирай. Их не пускают даже. И завтра он помрет от коронавируса сразу. У нас больше 500 партий зарегистрированы. Ага. Только эти партии не настоящие, как раз таки правительство, блядь, их и сделало. Шаток, свой Джек, готов, да? Это просто они ничего не скрыли. Ладно, все, закрыли тему политики, а то это нахуй сейчас начнется, пиздец. Ну, Вов играем, да, какая политика. Да ж Вов кашнет. И комбус горит. Какая политика, мы тут это, фигурками играем. Ёбаная Сибирь, блядь. Ёбаная Сибирь. А что, ты думаешь, не политика, что ли? Вон Рагнадру, сколько боешек себе за неё. Ты РЧ, дай, вон у тебя стоит АФК 2 дела. Так я дал их чей-то. Где? Все приняли. Стоит пока что Сатокс. Вот. Шизик и Сатокс стоят.
Это шизику можно... Шизика вообще с рейда можно кипнуть. Тут, блять, на них вот ебанет фак, как все равно. Кто там нахуй стреляет? Шизик, ты тут? Тут, тут. Поехали. Факт. Кого она там? А ту. Чалили? Факт. Говори кому-то, ну, кусай. Шизиками кусай. Нет, пад. А что, ДПМа нет, что ли? Тени сейчас будут. Хочу. Захильте. Ого. Факт. Сейчас у меня поставит хрен. Тени сейчас будут. Тунга. Факты. Сейчас будут тени, и после нее сразу взлет. Тунга. Центр. Диспел. Рассоситесь все по комнате. Хилы в центр. Ура, подойди, ты где? Нажимки нажмите. Факт. Сейчас будет тень. Астрали. Че, друдрома укусили? Ну да, блядь. Прям даже укусить некого было. Все закусаны. Угу, че все? Страшно, пиздец. Пугает, блин. Факт. Сейчас тени будут. Енот. Чё, ну? Кому там так скучно хилов писать? Кин запаниковал. Не знаю, меня все нормально, себе ловлю. Сейчас тени будут, после нее взлетка. Блять, на мне. Центр все бегите. Может, Геру уже. Сейчас после взлетки, наверное, на мне. Тоже похуй на Геру, блин. Факту. Стой на месте, безумно. Спокойствие, прожмите. Спокойствие. Че, Гера, ну? Факт. Да нахер тебе Гера нужна? Вопрос? А, ну все равно сейчас Валю лучше на Валю. Там трэш пока зачистим, пройдет. Блять, ну да кого укусить-то, еб...
Меня гуси! Вагоны! Есть, ну, бензера, и... Ты чё, угораешь? Да хрена все. Топ ты поезжай. Осколок выпал, офигеть. Чё, нидим, нидим? Офигеть, осколок, осколок. Нидим осколок. Осколок выпал. Я за нидим осколок. Осколок. Престиж, тебе повезло. Да. Это я еще не ролил, я специально отказался. Не хочу минус ЕП. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять. Я не хочу падать. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Руль. Да, 99 каудер. Есть. Спид, есть. 200 спид. Сбеешь. Заберу. Войт, тебе надо парового отдам. Нет. Да-ка я возьму. У тебя нету? А, у меня такого нет. А я переделаю просто друида немножко. Ты микрофон не менял? Чё? Ты микрофон не менял? Он болеет. Я должен был менять его. Он голос поменял. Он голос, блядь. И там, наверное, Аня наступила куда-то. Связки просто изменил. Чуть-чуть. Давай нет. Всё-таки связки, а не кто-нибудь другое. Он просто в тишине говорит, без голоса. А он, наверное, вчера, блядь, сорвал, и нахуй слышит, он в кейсе башит. Там, блядь, у Ани было слышно, нахуй. Другого канала, блин. Ну, школьнику видней, какой голос у школьника должен быть. Нападай, гроза блит. Сейчас я можно, но... Один косяк и вернешься на ДК. Кому так играть? Тунги, наверное. Тунги и так на ДК. Mm-hmm. А хочет на роб за колечко. А колечко это уже надо. Мне колечко там это не нужно перед. Mm-hmm. Чё? А я что сейчас причем? Просто перестать. А чё тут вальки ходит? А, ты синтез и коготь прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить.
Дима, почему Смоленска? Потому что... Я промолчал, что я пилявлю. Какая разница, как писать мне сейчас, объясни. Я вроде бы экзамен на русский сейчас не сдаю. Глазам, брат, да больно. Хорошо, сейчас. Чё? О, сука! Так, где бля, кнопки? Что там еще есть? Бля, я забыл там еще. Егошный, я не Егоний. И войны, и войны. И войны. Так, а что с обоями не так? А, бой, ой, бля, понял. Обоих нет, все правильно. О, я же... Ломит все правильно, Сайбот? Я же с этого КД могу забирать Т5 на танк. Ну давай, давай, будешь танковать. Ну с того не мог КД. Это скрап. Нет, с того не мог, с этого могу. Почему? А я же забрал бошку анроллом на мейнс 5 месяц назад. Дима шарит. Спит. Ась. Микиями. Может. И наглые будете летать. А наглые, знаешь, друдрома поставишь, типа летать, не? Он не хилит солнце. Да? Персей лети. Понял. А чё в этом блять? Ой, блять, Астралия, пизды на свою магию. Быстрее. Летаем по часовой стрелке слева, с левой части, пожалуйста. Хорошо. По классике. Саня. Саня. Ау, ау. Сука, свиноград, ах ты кидорас. Ах ты кидорас. Это низко даже для тебя. А рыба будет? Не заслужил. А, блядь, ну, вот он, рыба. Блядь, о, рыба. Рыбоеды, блин. Рыбный день, четверг. Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке, Аня. Скарочек, не смотри на меня, заебал. Я, конечно, голубой, как и ты.